раньше Кирилл был... У него диагноз, он многое не может, как бы жалели его. Чувство вины, которое не дает взглянуть на ребенка реальными глазами. Не дает увидеть проблему, принять ее и решать. Я сам человек такой, как бы сказать, я не поверю, пока сам это не увижу, не почувствую, не потрогаю. Не то, что у меня были сомнения, просто, ну, сюда приехал, ну, и сразу понял, что я, ну, в правильном мы направлении двигаемся. Другой менталитет, другие люди, другой язык, то есть все новое, все какое-то необычное, сложно адаптироваться. То есть мы до сих пор, мне кажется, еще привыкаем ко всему этому, к новому. И мне кажется, что мы даже не успеем еще привыкнуть. Это совсем другой мир. Мы просто здесь узнали, что, оказывается, при родах это была родовая травма, она себя не проявляла, ну, где-то, может, год, до года, до полтора, как они начали ползать, и она начинает пытаться вставать на ноги. Они даже говорили эти слова «папа», «мама», мы все это слышали, а потом начался просто регресс, резкий, просто сразу. Мы еще сделали прививку, как в определенное время детям ставят там, в плечо и под лопатку. Оказывается, не нужно было ставить прививку, она только усугубила. И вот через 3 месяца после прививки мы этот регресс увидели собственными глазами. Нам ставили аутизм. Хотя Аркадий как бы намекает на то, что это как очень-очень легкая степень ДЦП. Потому что при родах позвонок сместили, когда маме помогали. Роды были естественны, хотя нужно было делать кесарь. Потому что 2 здоровых парня, они больше 3 килограмма каждый был. Им мало кислорода, мало всего вот этого было. Нужно было, пускай они были бы немного недоношенные, но вот таким, возможно, этого вообще ничего не было. Вот эта рука. Вот это вот тоже рука, вот это вот ноги, вот чувствуешь, это ноги, вот. Вот это лоб, это нос, вот это вот глаза, рот. Мы детский садик проехали мимо, ну мы пытались ходить в коррекционный детский садик, но так как у них вот эти вот психи, аутичные черты свои, вот эти замашки, им не давали нормально воспринимать мир, чтобы они что-то впитывали, учились. Вообще ребята способные. Вот Илья вот у меня через все вот эти свои недуги, он все равно переступает, учится очень. Кстати, у таких детей, как замечено даже врачами, память как один раз увидела на всю жизнь, то бишь, как картинку посмотрел. Вот Илья один раз увидел, он все запомнил. Нельзя показывать пароль в телефоне, ничего нельзя. Он все это умеет, все это знает, даже больше, чем я в телефоне знаю. Ребенок до приблизительно до возраста 2 лет развивался хорошо. То есть он мог говорить, он говорил небольшими короткими предложениями, он понимал, мог ко мне обратиться. После 2 лет пошел процесс обратного развития, у ребенка стали пропадать предложения, потом стали пропадать словосочетания, слова, ребенок стал себя вести каким-то другим образом, я перестала понимать своего ребенка, начались истерики. После этого, конечно, я забеспокоилась и стала просить помощи у врачей. Сначала нам говорили, что у нас просто идет отставание в речевом развитии, потом уже стали говорить, что это отставание психического развития. В возрасте 4 лет вот нам поставили диагноз аутизм. Ну, я ходила к неврологам, вот к узким специалистам, но у нас в России принято, что такой диагноз не лечится вообще в принципе. То есть это можно как-то корректировать, как-то социализировать, но это все настолько минимально, что в принципе как бы надеяться на исход благоприятный, это маловероятно. Поэтому я стала задумываться о том, каким образом можно помочь ребенку, то есть больше помочь ребенку, чтобы я могла его вылечить. И после этого я стала искать информацию и нашла вот центр
Бар Давида в Израиле. А потом вот так, да? Вот так. Опускаешь, поднимаешь. Давай. Зап. Раз, два, вот вверх, сюда. Раз, два. Да, да. Не так. Ну туда не смотришь. Ну, урон, положи. Мы то. Того, как вообще узнали про этот центр, мы еще 3 года вот по разным ездили. В Уфе были, в Челябинске были. Мы уже думали, не в Москву ли нам съездить, там тоже центр есть. Ну, там тоже опытные врачи, но, как ни странно, как говорят здесь иногда в России, лучше съездить в Турцию отдохнуть, чем в Сочи. Также нам дешевле съездить в Израиль, чем в Москву полечиться. Ну, вот именно вот. Такой работы с детьми я еще вообще нигде не видел. Кровообращение головного мозга идет через, скажем так, условно, через шею. Когда там зажато, низкий тонус тоже. Как ни странно, врачей у меня дети боятся. Ну, просто не любят белые халаты. Но к Давиду они просто, как сказать, они его не то что опасались, они к нему приглядывались. А потом, не знаю, как он с ними общий язык находит, сразу, после первого же сеанса, все. У него вот эта проблемная зона здесь, поэтому у него руки упадут. Все дети, когда приходят, бегут к нему. У него же всегда кабинет открытый. Не знаю, они там просто сидят. Вот он ловит эту тонкую грань, расслабляется. Почему-то его дети, вот неважно, какой сложности ребенок, я вот, ну, видел, как приходили и пугливые дети в плане звуков, полностью всего. У него они там все успокаиваются просто. Я очень долго ждала время, когда закончится пандемийное время. Эти 2 года были просто очень длительными, потому что все-таки ребенок растет, он меняется, и возможность помочь ребенку, пока он еще мал, она как бы утекала из-под рук, и поэтому уже хотелось быстрее. И в тот момент я работала в полиции, в органах внутренних дел, и когда решался вопрос о том, что мне нужно, необходимо ехать за границу, то надо было решать как-то вопрос с тем, чтобы нам разрешили переезд. Мне нужно было пойти к министру, чтобы подписать у него разрешение для выезда за границу. Кто болит? Пристанный болят! Он хочет подвинуть ко мне штаны! Первый курс лечения у нас прошел в Одессе, и уже потом, после этого, мы прилетели сюда, в Израиль. В Одессе мы были зимой, а в Израиль вот мы прилетели сюда в конце мая. Мы прилетели вот с нашими проблемами. У нас была компьютерная томография головного мозга ребенка. На ней был выявлен диагноз еще гидроцефалии головного мозга. И после того, как у нас прошел курс лечения в Одессе, мы снова повторили томографию головного мозга ребенка. И было выявлено, что гидроцефалии у нас нет. То есть она ушла. После лечения. Это вообще просто чудо. Ну, наверное, чудо. Раньше всегда тебя одно не хватало, чтобы его держать сверху. Еще кто-то даже был помогать. Сейчас уже что-то другое. Правда, попытки укусить и выдрать клок волос из кого-то пока что еще имеются. Но уже значительно меньше. И тихо. Вначале меня очень пугало его протесты. Давид меня научил, как с этим справляться. Он показал, на каком уровне должен быть взрослый, на каком уровне ребенок. Ребенок и взрослый – это не равно. То есть взрослый должен доминировать. Я думаю, что у многих мам, особенных детей, вот это чувство вины порождает страх, неуверенность. То есть мы боимся постоянно чего-то, как бы не можем трезво смотреть на ситуацию. То есть это постоянные
сожаления, постоянные поблажки. Давид нам показал, что необходимо видеть в своем ребенке не ребенка с диагнозом, который нам поставили, вот, современная медицина, а прежде всего личность, и искать к нему подход и направлять в правильное русло. Здесь он спокойно, а с этой стороны, видишь, у него с той стороны, у него вот с этой стороны. Ага. Поэтому можно вот такими, можно просто вот так вот делать разминание, похлопывание. Он когда пугается, просто плачет, может покричать, вот, хочет убежать побыстрее от процедуры. А ну к Давиду он шел охотно, нет, не боится. Доктором Аркадием ему как-то тяжело, но ему, он боится новых ощущений, то есть его он начинает трогать, дергать, нажимать на определенные точки, он этого боится, он не понимает, что с ним делают, и как бы вроде ему объясняешь, он может где-то понимает, где-то недопонимает, и ему сложно, из-за этого он боится. Здесь мы уже 3 недели находимся на лечении. Егор стал намного спокойнее, чем он был, когда мы сюда приехали. Это первое. Второе, он стал лучше спать. То есть он даже стал периодически засыпать днем. Раньше у нас вообще не было дневного сна. И у нас уменьшились крики. То есть раньше он просто вскрикивал, а теперь этого нет, не стало. Крики ушли. Да, я понимаю, что у него где-то, наверное, застой какой-то. Да, попробуй. Ну вот где мы были раньше, это все было не то. К этому относится как, вот, как к работе. У Давида, как сказать, аура здесь другая. У нас с каждым, ну, с каждым разом ребенок сюда сам хочет идти. Егор сразу к Давиду идет. Никуда, сразу к нему. Я не знаю, как это объяснить. И у нас улучшение сразу за 2 недели причем. Вот у Егора, допустим, есть в определенных частях черепа водичка накапливается, как называют ее все, шишки такие образуются. А вот за 2 недели они вот просто практически исчезли. У него морщины появились, то бишь у него будут здесь 2 шишки, кожа натянутая. Теперь они исчезли, у него получились такие морщины. Кожа не успела назад вернуться, и он себя стал чувствовать хорошо. Они стали между собой контактировать, как вот все нормальные дети. Вот телефон один, когда просит мультики посмотреть, раньше у себя там дома это было невозможно. Это, скорее всего, ты потеряешь телефон, его разобьют, там они подерутся там. Теперь я им ставлю мультики, включаю, они вдвоем сидят, смотрят. Сначала и до конца. А раньше это было просто бесконечное перелистывание всех подряд, да. В автобусе, когда мы первые 2 дня ездили, как бы люди замечают, вот местные евреи, ну, все равно, что дети с какими-то там отклонениями, они сильно выделялись. А теперь они просто сидят в автобусе, вот мы приходим, им нравится просто вот эта вот поездка сейчас приятная, ну, просто прокатиться на транспорте. Они стали себя вести, как практически ничем не отличаются от других детей. Просто спокойно, без аутичных черт, там, махание руками, там, кричать они перестали просто. Они к этому спокойно. И когда ты им объясняешь, что Илюша, Егор, сейчас будем выходить, они встают. То бишь я их не дергаю, не поднимаю там, как бывало. Вот упрется ребенок, ему надо дальше ехать, а тебе нужно выходить. Они встают, берут рюкзак и выходят вместе с нами. Без проблем вообще, просто. Приехали мы с тем, что видение у нас было, ну, мягко говоря, ужасно. Как бы он не мог находиться в коллективе, частые истерики, со всеми прекрасными валяниями на полу, криками. То есть не умел себя вести в общественном месте. К концу лечения он стал намного спокойнее, осознаннее. Раньше он не мог подойти, поздороваться за руку и посмотреть в глаза, допустим. Ну вот так осознанно, целенаправленно поздороваться. Сейчас для него это стало возможным. То есть появились у нас вопросы, почему,
если что-то интересное, допустим, увидел, указательный жест более четкий, осознанный и как бы привлечение внимания моя, чтобы мама посмотрела. У нас дети стали играть в машинки. То бишь, играл только Илья, и то только недолго. Егор вообще не играл. Он начал играть машинками. Мы купили игрушки, машинки. Вот они вдвоем по очереди играют. Меняются. Они вместе смотрят мультики. Стали вот рядом. Невозможно было им сидеть, вот, допустим, даже обедать. Кто-то громко крикнул, кто-то громко сказал. Сразу не нравится, они же уши закрывают, и сразу и как бы уйти им надо на расстоянии. Они сейчас кушают спокойно вдвоем, и никаких проблем нет вообще. То есть они у нас на глазах просто, как цветок. Все преображается, преображается. Это опыт, это знания, которые накладываются на практику и которые в целом дают потрясающий результат. Если говорить про ЕСФ, то это да. Я считаю, что это дар, да. То есть не каждый человек сможет заниматься тем, что делает ЕСФ. То есть этому невозможно обучиться. Как я понимаю, ЕСФ воздействует на организм человека с помощью энергии. То есть у нее есть определенная сила. Я не знаю, как это называется, как это вообще работает, но это работает. Главное, что это работает. ЕСФ нам сказал такую вещь, которая мне прям врезалась в память и как бы в принципе напрочь стерла мое чувство вины. И она сказала, что детям нужны рамки, неважно каким, особенно ненормотипичным детям нужны рамки, иначе это перекладывание ответственности на них, которую они не могут нести на себе. Родителям нужно понять, что нужно реально смотреть на проблему и воспринимать своего ребенка как личность прежде всего. Ну и направлять в этих рамках. Ну, я думаю, что чем старше становится ребенок, эти рамки просто расширять. Все равно ты со временем, вот если ничего не делаешь для ребенка, вообще ничего, он, в принципе, не развивается, он стоит, ты к нему привыкаешь, вот, ну, кричит он и кричит там. Ну, Давид тоже подсказывает, как нужно с детьми работать. Нужно менять свой подход. Я сейчас дам толчок развития. Ваша задача как бы подхватить и не давать как бы спуску, ну, в том же направлении идти. Желание появилось через какое-то время вернуться еще раз сюда для закрепления. Просто неважно, в какой пойдет он, резко мы пойдем на выздоровление. Просто хочется еще раз вернуться сюда. Это необъяснимо, но оно работает. У меня лично были сомнения, ну, какие-то. Но теперь у меня нет сомнений. Я не знаю, как это объяснить. Даже Давид иногда спрашивает у врачей, как вот объяснить родителям. Вы можете там определение дать или как вот это? Мы не можем пока дать. Это вот есть у человека дар. Он может это делать. У Давида же тоже были свои дети с такими похожими же проблемами. Вот он, так сказать. У него уже большой, кстати, опыт. Тем, кто не верит, лучше один раз попробовать, чем потом, ну, как жалеть, что они этого не сделали. Дима хочет пить! Естественно, это будет дальнейшая работа. Естественно, это будут другие специалисты, с которыми мы будем заниматься. То есть я хочу добиться того, чтобы ребенок у меня пошел в школу, занимался с ребятками, мог общаться, мог играть, мог просто радоваться жизни так, как все другие дети. Это моя цель. Пойдем на выздоровление, пойдем в коррекционную школу. Потом, это же опять же нужно комиссию проходить. Чтобы в обычную школу попасть, нужно пройти комиссию, чтобы комиссия подтвердила, что ребенок здоров и не считается инвалидом. Это очень тоже, это бюрократия, муторно. Пока только светит коррекционная школа, но я думаю, это не такая проблема. Дети становятся обучаемы просто с каждым разом. Все равно школу мы точно закончим. Неважно, в каком там направлении, как все дети или чуть позже, это все равно будет. Интересно, весело? Весело.
Ладно, все. Скажи спасибо, можете. Весело. Сейчас, уезжая, мы получили рекомендацию занятий только с человеком, который просто подготовит Кирилла к школе. То есть научит буквам, писать, читать, таким базовым вещам. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Кирилл со мной свободно разговаривал, как и все остальные дети его возраста. Задавал вопросы, с интересом слушал, что ему рассказывают. Хотелось бы, конечно, но я думаю, что у нас все впереди. Если мы пойдем по начатому, то есть по данному пути, то я думаю, что все будет хорошо, если мы приложим все усилия.